А сразу после новостей у меня к вам вопрос. Сколько блюд из дыни вы можете придумать, если это сразу же не фруктовый салат? Ответ на этот вопрос мы сегодня в нашем эфире искать будем вместе с шеф-поваром ресторана «Солт» Владимиром Проскурниным. Доброе утро. Доброе утро. Что мы будем готовить из этого вкусного фрукта? Сегодня мы приготовим холодный суп-пюре из тыквы с крабовыми хвостиками. На самом деле можно хвостики чем-то заменить, не обязательно крабами. Могут быть креветки, например. Абсолютно любые продукты. Все, что есть в холодильнике, все. Все пойдет в этот суп. Я так понимаю, что главным ингредиентом у нас будет дыня. Дыня. Что мы с ней делаем? Дыню мы сейчас чистим, убираем семена, режем. Режем напополам. И сделаем с него суп-пюре. Тем временем. Есть еще огурцы и прочее. А я задам следующий вопрос. Я знаю, что в ресторане, в котором ты работаешь, кухня открытая. Что это значит? Это вот примерно как у нас здесь, такой вот стол, где можно общаться напрямую с посетителем. Мешает это работе или нет? Нет, это абсолютно можно не мешает. Можно я ложечку попрошу? Да. Это мотивирует работать лучше, на самом деле. И есть прямой контакт с клиентами, то есть можно поговорить, рассказать рецепт и узнать много интересного. Откуда люди, чем занимаются и как вообще попали в ресторан. Много ли рецептов шеф-повара хранят у себя в голове? Или, что называется, поваренная книга – это такой неотъемлемый, практически настольная книга у каждого шеф-повара? На самом деле рецептов в голове очень много, но, опять же, дома у меня всегда есть своя книжечка, куда я все записываю, потому что те рецепты, которые я долго не использую, допустим, и надо будет когда-то там что-то приготовить, посмотреть количество продуктов, сколько надо поставить. То есть я обязательно туда обращаюсь, смотрю и как бы прошу помощи у книги. Часто ли повара воруют рецепты друг у друга? Ну вот есть популярные кулинарные передачи, например, да, на просторах интернета. Часто ли смотрите, думаете, а вот действительно вот это вот сочетание продуктов очень здорово сделано и надо взять на вооружение? Да, на самом деле как бы каналы очень помогают. Помогают увидеть, что в мире нового происходит, и что-то увидишь, что-то подсмотришь, что-то сам придумаешь. Вот когда сам придумываешь, понятно, что если ты придумал какую-то лазерную установку, да, которая стреляет лучами, можно сходить в патентный департамент и там ее запатентовать, это будет твое собственное изобретение. Можно ли как-то запатентовать рецепт? Потому что, ну, вроде бы как смешать одно с другим, прийти в голову может не только тебе. На самом деле, наверное, нет. Вот взять целиком рецепт полностью, как бы и своровать, ну, можно так сказать, и поставить его у себя в меню, это на самом деле так не делается, некрасиво. Конечно, если ты дома смотришь передачу и что-то готовишь перед телевизором, то это можно, так как это рецепт, дома не профессионалы на самом деле, то есть простые любители. Но если ты хочешь как-то на кухне что-то реализовать, то тебе надо на самом деле взять, посмотреть, увидеть, сделать какие-то выводы и уже что-то свое. Как-то так. Свое это значит, вот если, допустим, я придумал, жарить кусок мяса на сковородке чугунной, на самом деле это рецепт, который, наверное, стоит во многих ресторанах. Так вот к таким рецептам это не относится, это относится именно к каким-то таким вот фирменным совсем. Ну вот способы приготовления, да, это как бы стандартные, на самом деле им всему учат в школе этим способом, то есть это не надо на самом деле как бы смотреть, надо смотреть на какие-то другие такие методы приготовления, в том плане, что можно с продуктов и как-то вырезать, посмотреть такое, чтобы там хитрое там. Я не просто так сейчас заговариваю зубы, на самом деле, пока я задаю вопросы, я очистил нашу дыню от кожуры полностью, да, нам нужно ее очищать до того состояния, чтобы не было ничего зеленого на ней, чтобы это был чистый, совершенно уже фрукт. Примерно вот как-то так, да? Верно. Да, все верно. Теперь нарезаем крупными кубиками. А Владимир тем временем у нас стругает огурец, правильно? Да, сделаем начинку для нашего супа. Я взял сегодня огурец. Можно использовать яблоко, также можно использовать авокадо. Все, что есть в холодильнике, какие-то овощи, паприка. То есть я сегодня утром нашел огурец. То есть вот. И все это крошим, и дальше покажу, как, в принципе, замешаем что.
Я смотрю, у нас шеф-повара предпочитает в основном японские ножи. В этом есть какой-то скрытый смысл? Или просто вот японские ножи – это такой, можно сказать, фетиш у поваров? Нет, вот в этом вся и проблема, что в Эстонии у нас очень тяжело найти качественный нож. Как-то так, или это слишком крупный кубик у нас? Нет, слышал? Это отличный кубик. Отличный кубик, да, у нас слышал. Есть... Вернем вторую половинку дыни. Так, закинем сюда. Поэтому ограниченный выбор, и в интернете можно найти, на самом деле, очень интересные ножи, которые будут и по цене подешевле, чем у нас, и по качеству получше. Какие советы дает шеф-повар по выбору ножа? На что нужно смотреть, если вдруг человек хочет приобрести себе домой что-то непрофессиональное, да, не сделать на заказ, а приобрести инструмент, который будет служить долго и с которым будет приятно работать? Во-первых, я первое, на что обратил внимание, это лезвие. То есть длина лезвия обязательно и сталь какая. То есть если сталь на самом деле это сделана некачественно, то он будет очень быстро стираться и, ну, и просто толку от него он будет просто тупиться. Да. Да, превратиться в металлическую дубинку. Точно. У нас есть дыня порезанная, закинутая в основание, в чашку от блендера. Так, теперь мы добавляем к ней йогурт. Йогурт. Безвкусовой натуральный йогурт. Положим. Сколько? Положим сюда. Я так понимаю, что вот это будет наша основа для супа. Да. По-моему, это прекрасное, по мне так это замечательное сочетание для завтрака. Йогурт с фруктами. Поставим перец. Вот теперь я начинаю удивляться, потому что йогурт с фруктами и перцем. Да, будет очень вкусно. Немножко соли. Какие главные усилители вкуса существуют на кухне? Кто-то говорит о том, что главные усилители вкуса – это соль, перец и внезапно сахар. Да, кстати, сахар, да так же, как и соль, вот одно другое подчеркивает. То есть, если ты делаешь… Это у нас лайм, мы добавим немножко сока лайма. Угу. Если ты, на самом деле, делаешь какую-то карамель и добавить туда немножко соли, это подчеркнет как бы вкус. Какие еще такие вот простые, можно сказать, ингредиенты, которые есть на каждой кухне, можно использовать для того, чтобы подчеркнуть и усилить вкус привычных продуктов? Ну, например, к мясу лук. Ой, к рыбе укроп или как? Сочетаний очень много. Ну, к рыбе больше, наверное, лимон, он подчеркивает лимон. Вкус, да. Так. То есть это стандартные, как бы, такие вещи. А очень сильно, наверное, свежая зелень. То есть я не имею в виду какую-то петрушку, укроп, а шалфей, тимьян, орегано. То есть эти вещи, они добавляют блюду аромат в каждом и вкус. Да, да, да. Мы заправили дыню йогуртом и нашими приправами. Теперь так, это теперь просто... это все забьем. И пока это взбивается, тем временем я уже нарезал огурец. Мы почистим лук. Почистим лук. И тоже как мы нарежем. Чистим лук? Просто разрезаем пополам его. Да, и все, чистим так. А нарежем мы его? Нарежем мелким кубиком, нашелкиваем. Мелким кубиком. Пока Владимир отошел для того, чтобы проблендерить нашу получившуюся смесь, я напомню вам, уважаемые телезрители, что на нашей странице в социальной сети Facebook сейчас идет розыгрыш. Розыгрыш, кстати, у нас идет не один, у нас их целых два. Один на новогоднюю ель. Это розыгрыш от РМК. Для этого нужно прислать свою фотографию с елочной игрушкой. В общем-то, на адрес нашей электронной почты coffee@err.ee. А второй розыгрыш, который мы проводим с одним известным рестораном, как раз закончится в понедельник. Мы с Леной вместе в нашем эфире объявим победителя. Для этого нужно просто-напросто внимательно смотреть за тем, что у нас происходит во время наших эфиров, и слушать кодовое слово. Вчера кодовое слово уже прозвучало, сегодня вчерашнее будет недействительно, но прозвучит новое. Поэтому, когда вы услышите кодовое слово, обязательно пришлите нам соответствующее письмо на адрес coffee@err.ee с темой письма «Экспресс-завтрак». Так что внимательно следите и участвуйте в розыгрышах. Тем временем я порезал лук. Нашинкуем его чуть помельче, перережем. Есть такой метод нарезки, когда все в одно и просто дорезается ножом. Да. Это точно. У нас получилось
смесь из дыни, насколько мелко это должно быть? Совсем, как говорится, в труху или... Да нет, уже достаточно, вот только так, возьмем, да? Щепоточку отсюда. Много лука не надо, на самом деле. Он... Хватит или да. нет? Еще чуть-чуть можно. Еще чуть-чуть, да. Еще такую же. Две щепотки лука у нас уходят для того, что... Ах, сейчас будут мужские слезы в эфире. Лук-то какой хороший, а? Так. На самом деле замечательное средство от простуды. Для того, чтобы не заболеть в зимнее время, советуют лук нюхать, когда ты его... Или нет? Повара, вот ты когда на кухне лук порезал, ну понятно, что там уже сразу же. Нюхаешь лук, нет? Нюхаем вообще его каждый день и не один раз. Не один раз. Всегда помогает. Хорошо. Раковые хвостики. Раковые хвостики. Резать их не будем, положим, как они есть. Они на самом деле не крупные. Вот столечко будет достаточно. Угу. Где-то пол баночки у нас уходит. Да. Я так понимаю, что в этом блюде у нас уже будет что-то наподобие готового, или здесь мы смешиваем пока соус? Здесь мы все смешаем сразу соусом, используем простой майонез, добавим небольшую ложечку. Майонез я решил добавить, потому что в этом блюде очень мало калорий. И, да, перемешиваем. И как-то... И немножечко для того, чтобы этих калорий прибавить, для того, чтобы это было похоже на все-таки завтрак, мы добавили немножко майонеза. Зелень. Да, я сегодня нашел в холодильнике кинзу. Что делать, если нет в холодильнике кинзы? Берем укроп, петрушку, все, что есть, зеленое. Что вообще делать, если нет дома холодильника? Тогда можно, в принципе, пойти в ресторан Сальто и покушать вкусно. Да, нарезаем это все просто мелко. Просто мелко нарезаем. Да, да, да. Кинзу. Так, поставим сюда. Перца тоже. Так. Я так понимаю, что тоже не все или все? Не, на кинзу можно все. Кинзу можно все. Да, зелени мало не бывает. Какой аромат уже. Если бы вы знали, какой аромат. Тем временем у нас уже Лена стучится в наши двери, пока мы заканчиваем приготовление супа. Сока лайма. Перемешиваем все. Так, перемешиваем. И подаем, я так понимаю, что в глубокой тарелке. Да, суповая, да? тарелка у нас будет. Знали бы вы, какой аромат сейчас распространяется по нашей кухне, несмотря на то, что мы готовим сегодня холодный суп, я напоминаю, из дыни с хвостиками раков. Демонстративно стучу каблуками. Здравствуйте. Ты уже тоже почувствовала. Что у вас тут почувствовала, да, почувствовала этот аромат. Я пришла на запах. Расскажите, что это? Это суп? Суп-пюре, да, из дыни с натуральным йогуртом. И заправка у нас из огурца и раковых хвостиков. Каждый холостяк может это приготовить, да? Я, кстати, думаю, что из ингредиентов, которых нету в холостяцком холодильнике, здесь присутствуют только раковые хвостики и... То берет меня сомнение, потому что иногда раковые хвостики... Мне кажется, если кто-то любит пиво, то раковые хвостики присутствуют. Да, абсолютно так. Я в очередной раз любовалась, как ты шинкуешь лук, еще и плакала. Я столько редких вещей вижу на этой кухне, когда наблюдаю со стороны за процессом. Так Я здорово. Думаю, что многие телезрители видят столько редких вещей на этой кухне, когда наблюдают за этим процессом со стороны. Наше сегодняшнее кодовое слово, которое мы будем использовать, если вчера был арбуз, то сегодняшнее кодовое слово будет дыня. Поэтому, как только вы услышали это кодовое слово, сразу же присылайте нам письмо на наш электронный адрес. Тем временем... Пока Дима говорит, я пробую. Мы затаились сейчас с Владимиром в ожидании. Очень здорово. Я никогда не думала, что дыня, которая, в общем-то, ягода, я не знаю, фрукт, ягода, будет так здорово сочетаться с хвостиками раков, с зеленью, с солем и перцем. Очень здорово. Пробуйте. Пробуйте, готовьте. Рецепт этого блюда будет доступен также на нашей странице в социальной сети в Facebook. Я напомню, что сегодня мастер-класс нам показывал шеф-повар ресторана «Солт» Владимир Проскурнин. Спасибо. Спасибо огромное. Пожалуйста. Пробуйте, готовьте вместе с нами. Хорошего вам утра, хорошего вам завтрака. Сейчас мы прервемся на сообщения из культурного мира и продолжим нашу утреннюю программу. Не переключайтесь.